Привет, ребята, меня зовут Антон, и мы продолжаем проходить игру под названием Bioshock Infinite. Итак, что это такое? Особая одежда, брюки. Когда у вас крайне мало очков здоровья, вы наносите в два раза больше урона. Блин, эти брюки отличные, но эти мы брать не будем. Вот так. Давай. Ну, где патрон-то? Эй, штелярва маленькая. Спасибо. Вот так вот. Yes. Медикаменты возьмем. Пускай будут. Здрасте. Блин, да вы издеваетесь. Яй-яй. Букер, лови. Спасибо. Откуда, правда, ты это нашла, все, не знаю, но... Аккуратно. Супер. Вот, детка. Еще немножечко. Ну же, ну же, ну же. Да чтоб тебя. Больше ничего нет. Ну, ёлок-пала. Еще. Вот лови так патроны. Вот. Давай. Букер, спасибочки. Дальше. Здрасте. Фух. Ну что? Ну-ка, 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 ну-ка. Здрасте. Так. Вот ты где, да, товарищ? Вот. Да вот так вот, в общем. На геймпаде, конечно, немножечко неудобно. Вот. Ну куда побежал-то? Я нашла соли. Нужно? Да. Пойдет. Пойдет. На. Пристрелите его! Достаньте этого мерзавца! У меня пусто! Отсосать не хочешь? Не уйти! Да хватит! Откуда? Откуда шмаляют? Секунду, заряжаю! Ты... Лови патроны! Да раз. Букер, лови! Давай. Можешь это открыть? Попробую. Не, ну вот эти твари, конечно, это пипец. У них там эти шестереночки сзади, да? По ним фиг попадешь. Серьезно, потому что они все время двигаются. У нас тут. Да, ничего, собственно, такого особенно полезного тут и нету. Здрасте. Укрытие. Укрытие. Они пошли бы в жопу все, товарищи. Тут у нас оружейная мастерская получается. Вот нам сюда. Ать! Блин. Придется всех замочить. По-любому. Аптечка! Давай. Спасибо. Долго? Долго еще? Товарищ.
Да-да-да, я еще тут где-то. Вот так вот тебе. Прямо в попу пули залетели. Моя цель истинна, ибо я глаза пророка. Ничего не... Пошел. Букер. Все. Завалили пидорасов. Аккуратно. А вот и инструменты. Теперь только нужно доставить их к глазу народа, и мы получим свой дирижабль. Ну? Элизабет, давай. Это я в два счета открою. Вот, давай. Почему ты этого не можешь делать чуть пораньше? А кому мы помогаем, не понимаю. Доставая оружие для глаза народа? Мы помогаем себе. Дейзи ведь может все изменить? Помочь этим людям? Ага. Так. Мы точно не сможем унести все это назад в мастерскую. Кажется, мы не до конца продумали наш гениальный план. Ну ты сейчас только понял, Букер. Да, забавно. Что это? Похоже на разрыв. А за ним другой вариант этой комнаты, где нет инструментов. Ну раз их здесь нет, значит... Значит, они должны быть в мастерской. Букер, если мы войдем в разрыв, вернуться уже не получится. Ты уверен, что готов? Давай. Давай. Что-то изменилось. Так, теперь вернемся к оружейнику и закончим все это. Пора уже сесть на дирижабль и свалить отсюда. Букер, если глаз получит оружие, начнется революция, как в отверженных. Все эти люди обретут новую жизнь. Ага. Между деревьями мечутся белки, опоссумы и прочая мелочь. Обгоняет. Как эти люди слушают Дейзи? Все еще можно изменить. Мы можем все изменить. Я не хочу в этом участвовать. Получим дирижабль и улетим отсюда. Мы отправляем. Что происходит вообще? Так, хорошо. Идем, идем, идем. Блин. И что, и как вернуться туда? Или сюда нужно идти? Наверное, сюда, я думаю. Да, точно. Ты же Букер Давид! Народный герой! Да что они несут? Посмотри на плакат. В этом мире ты герой. Я помню. Я вел бунтовщиков. Я и Слейд. Мы сожгли зал героев. Букер. Обалдеть. Твой нос. Блин, трещит. Две памяти в одном мозгу. Букер, Букер, очнись. Нам надо найти Дейзи Фицрой. А потом улетим отсюда на первой леди. Идем. Букер Дэвид умер ради этого дня. Да уж, пипец вообще. И пришло время постоять за идею. Теперь Фит понес все на бабу. Фактически эффект бабочки. Когда меняются события одной реальности на другую. Этим людям нужен герой получше. Если вдуматься, Комсток и Фицрой отличаются только именами.
Так, ну тут хотя бы мы сразу же быстренько приехали. Это очень круто, и это определенно радует. Живьем тебе не уйти. Валим. По-быстрому, здрасте. Надо было ту турельку уничтожить, сами понимаете, да? Так, что у нас здесь есть? Нет, здесь нам ничего не надо. Здесь нам тоже ничего не надо. В принципе. Не знаю, я перенесла нас в мир, где у народников есть оружие. Или я создала... Где теперь твой бог? Офигеть. Да. События, конечно, тут просто сумасшедшие абсолютно. Фишки. Брось оружие! Я думала, все будет... Совсем не так. Элизабет. Их убили, Букер. Давай, надо уходить отсюда. Ой-ой-ой-ой. Только сейчас я понял. Корабль. Его кто-нибудь видел? Это не наша забота, не наше дело. Ты просто открыла дверь в этот мир, и мы вошли. Ты уверен, Букер? Вдруг я не нашла мир, где Ченлин жив, а создала. Я же говорила, для меня это как исполнение желаний. Офигеть, что происходит? Братья и сестры, я обращаюсь к вам. Когда вы смерть основателям! Во, замечательно. Да беги! Беги, 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 товарищ. Валить надо отсюда. Тут просто безумие. Патриот, бундам! Он выжмет вас досуха и отправит на живодер. Здрасте. Вот так вот, держи, товарищ. Блин. Безумие, безумие происходит настоящее, друзья. Ну и? А как он туда попал? Понимаю юмора. Я бы хотела дать совет, Иеремии. Все мы знакомы с философией мистера Финка и его... Да ладно! Не слишком любят меня. Обалдели, что ли? Они не могут открыть ворота. Кто-то должен сбить корабль. И этим кем-то будем мы? Что мы же Может, гранатометом нужно это сделать? Это дробовик. Это дробовик, друзья. И чё, и как его проспамить? Блин. Тут не все так однозначно. Вот так вот нам нужно сделать. Вот так вот нам нужно сделать. Как-нибудь аккуратненько на этот корабль высадиться, гребаный. Но как это сделать? Не понимаю. Так, и чё? Стоп.
пропеллер, наверное, надо стрелять, да? Не понимаю юмора. Не понимаю. Чё там хотят-то вообще? Как его уничтожить? Не, какая-то хрень, друзья, какая-то хрень однозначно творится. Непонятно. Или... Стоп. Или эту пушку надо уничтожить, не понимаю. Как-то все это странно. Не, ну окей, дальше что? Блин, в какую сторону надо приехать, чтобы эту хреновину раздолбать? Аккуратненько все это узнать и сделать по возможности. Вот, супер. А, тя-тя-тя-тя. Вот так. Вырубим двигатель, и эта штука рухнет. Оу. Надо аккуратнее все делать тогда. Патриот, Букер, лови. Благодарю. Блин, только не для того оружия боезапас взяли. Вот так вот. Давай. Спасибо. А, картечница. Супер. Так, теперь пора сваливать. Офигеть. Вот это полет, конечно, был наикрутейший. Не, серьезно, наикрутейший. Было потрясающе. Элизабет, да. Идем внутрь. Надо найти Дейзи на фабрике. Офигеть. Здрасте. Ай-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Дейзи сказала, что пришла за Финком. Поднимемся на лифте. Кабинет Финка наверняка там. Пускай они там сами стреляют друг друга, раз такие ненормальные. А мы тут на лифте проедемся немножечко совсем. Хочешь притворяться, что мы не виноваты? Дело твое, но... Алло? Финк?
Я видела, как ты умер, Букер. Видела. Фицрой, слушай, я достал оружие. Давай корабль. Мой Букер Дэвид умер за глаз народа. Ты либо самозванец, либо призрак. Мой Букер Дэвид пал как герой и остался в памяти народной. А ты, только все усложняешь. Вот падла. Ну ничего, я и не стреляю по самой гланде. Казните его! Живьем тебе не уйти! Забирай! Давай. Ну все. Твою мать, опять не для того оружие взяли. Писец. Элизабет. Легкотня. Нажмите, чтобы отшвырнуть врагов. Зажмите, чтобы схватить врагов. Отпустите, чтобы отправить их в полет. Херня какая-то. Но пускай будет. Окей. Они идут. Нет, хватит. Нет, нет. Офигеть. Поливалка. Что-то интересное, слушайте. Давайте попробуем. Убейте самозванцев, тела сожгите. Какая-то херня. Огонь очищает. Да? Ты в этом так уверен? Ну-ка. Прекрасно. И опять мы сюда пришли. Казните его! Ты разделишь мою судьбу! Распекуйте его, спеца! Не, ну окей. Я в укрытии! Вот так вот. Нормально? Вроде как нормально, да? Дальше. Будет исполнено! Пророк приговорил тебя! Из адского пека! Вот так вот, держи. Да ты чё, офигел что ли совсем, товарищ? Ничего нет! Лови патроны! Давай. Ну вот, ну замечательно. Постараюсь найти ещё. Ну сколько ещё продолжаться-то будет? Давай. Можно? Да. Спасибо. На. Ух, нихера себе. Конечно, да. Отлично. Офигеть. Ну. Да ты падла, нихера себе. Сложная тварь. Серьезно говорю. Букер, мы должны что-то сделать. Мы должны действовать. Надо попасть туда.
Давай, Букер, надо торопиться. Помоги мне залезть. Иди к окну и отвлеки Дейзи. Давай, залезай. Ну что, к этому ты стремилась, Дейзи? Мы должны это сделать. Основатели живучи, как сорняки. Сегодня срежешь, завтра вырастут. Если хочешь избавиться от сорняков, надо вырывать их с корнем. Только так. Элизабет. Похоже, это семейное. Да уж. Элизабет. Эй, ты что, полегче? Что ж, друзья, давайте, Роман, на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.